Новогодние праздники стартовали и в Комсомольском микрорайоне. Праздничную елку организовали в сквере Субботний, который создали и обустроили по решению городской думы в прошлом году. Горожан, а среди них было много школьников, встречали Дед Мороз и Снегурочка. Перед гостями праздника выступили местные творческие коллективы, а депутатский корпус подготовил для них сюрпризы. Нашли возможность и за свои личные денежные средства приобрели больше 450 подарков. Естественно, мы сегодня всем деткам, которые присутствуют на этом празднике, от Деда Мороза, от Зайчика вместе с Мишкой и с Волчонком подарим по новогоднему подарку. Тут весело. Всегда мы со школы сюда приходим, нам дарят подарки. Снегурочка, тут Дед Мороз. Атмосфера, уже так хочется Нового года. Затем торжество продолжилось в концертном зале Межшкольного эстетического центра. Сюда пригласили детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Большинство из них остались без матерей и отцов и воспитываются другими родственниками или в приемных семьях. Им, как никому другому, требуется внимание, забота и новогоднее чудо, считают парламентарии. Мы все их пожелания заранее узнаем, так, чтобы они не догадались, и чтобы это действительно произошло чудо. И эти все желания нами, депутатами, были исполнены. Каждому ребенку подарили новую одежду, обувь и планшеты. Такие благотворительные встречи депутаты проводят несколько раз в год.